Вот так же я посмотрел такую красоту земли. Вот сами себе и клади особенно. Какую бы оценку поставишь? Поэтому, в общем, я считаю, что достижения были. Одно из достижений – то, что экипаж остался, как говорится, до конца. Ни разу так мы вели себя довольно дружно, мирно, никто ни с кем, ни на какие контакты повышенные никогда не шел. И это одно из самых больших достижений за весь полет. Действительно, мне кажется, что работа удалась. Во всяком случае, я получил огромное удовольствие от полета, от всего, что было, и от встречи с шаттлом, и от выхода, и прежде всего, конечно, от совместной работы с Шеннон Люсит, и на завершающем этапе с Клади. Мы с ней давно уже знакомы. Это была хорошая работа и хорошее завершение. Время полета очень насыщенная программа. Но мы полностью все сделали, программу. И обстановка там на борту была так приятной. Они уже с Кифи все подготовили, когда я приехала там. Шеннон также готовила все для меня. Это было так приятно. Это было больше, чем я ожидала, такой полет. И мы все сделали эффективно. C'est pas un vol de longue durée, un vol de 4 mois, c'est sûrement différent d'un vol centré sur le programme scientifique comme le sont les vols de courte durée. Un vol de longue durée, ça permet de participer à l'exploitation de la station, ça permet d'envisager une sortie extravéhiculaire. Donc ça permet à la fois de faire travailler d'autres équipes qui vont proposer des programmes technologiques différents pour exploiter la sortie extravéhiculaire, pour travailler à l'exploitation de la station. Je crois que notre formation à titre de professionnel de l'espace, elle va au-delà de notre formation de départ. Bien sûr, on a...